Здорово всем, парни, с вами Василько, это MelBet, ссылочка на сайт будет закреплена в комментариях, спускаемся вниз, там есть комментарии, первый комментарий, именно ссылочка на данный сайт, также там будет бонус-код на 10400, вводите его перед регистрацией, получаете 10400 на свой баланс. Come here, girl, let me touch up on your butt. Give it to you, got me reaching for your guts. What is it, time I hit it, beat what is it, time I... Проблема в баланс, сегодня сделаем 2 косаря с этих 500 рублей хотя бы, и будет уже неплохо. Только вот повышать начинаешь сразу. А что ты подгораешь-то? А что ты подгораешь? Я встал. 50 рублей. Понял. 50 рублей. Понял. 50 рублей. 50 рублей. Понял. 50 рублей еще раз. Понял. 150. Понял. 50 рублей. Понял. 50 рублей. Понял. 50 рублей еще раз. Понял. Теперь не 200. Хорошо. Что-то тела ебаные. Избавиться, батник. Теперь было бы неплохо. Да, конечно. Пожелай нам. 50 рублей. 50 рублей. 50 рублей. 50 рублей еще раз. 150. 250. 450. Хорошо, 1035. Вот так бы сразу и начиналось. Так бы сразу и начиналось, реально было бы офигенно. 1122 рубля. Ну не лагай, по-братски. 250, 50. Цель у нас за 3 ролика сделать 500 рублей. Как это работает вообще? Ну уже, в принципе, в теории-то неплохо, да? В теории-то неплохо. Давайте 50 поставим. Короче, добиваем 2000 за этот ролик и просто идем отдыхать, гулять и так далее. В теории... теории. Нас два раза сливает. Мы должны вообще удваивать, по сути, а не утраивать. Ну, я делаю по своей методике. Кстати, у нас хорошо сейчас идет, все хорошо. Возможно, сейчас будет завершение. Хотя, хз. Так, окей. Окей. Последний раз. Пидорас. Давай, начни сейчас сливать. Ага. Все, пацаны. 41 рубль ставим по фанчику. Так, хорошо. 2000 рублей у нас есть на балансе. Далее идем к цели 5000, я думаю. А потом уже десяточку. Можно даже 500 рублей сделать вполне десяточку. Вполне спокойненько. Подписываемся на канал. Не забываем ставить лайки. Ставить спойлер, комментарии. С вами был Василько. Еще увидимся. Всем удачи. Всем идет. Удачи, парни. Покедова. Пока.